Я счастливый человек, ну, потому что я всех целую. Меня зовут Марк Румянцев, мне 5 лет. Я хожу в садик, на работу, на съемки и на рекламу. Я снимался на «Маме Ламе» и в военной теме. Сначала, в первую очередь, Кирилл брал настоящий белый самолет из бумаги. Кирилл бегал самолетиком, а я за ним бегал, как паровозик. Но Кирилл для меня это кинобрат. Я и так уже актер, я хочу вообще быть актером. Ну потому что от актера идут все деньги. Если деньги дашь, продают машинку. Пароход, машинку, самолет. Я занимаюсь утром спортом. Я сначала приседаю, потом отжимаюсь. У меня есть домашние собачки, ёшики. Не совсем маленькие собачки. Вольчик и Ника. Ника толстая, а Вольчик худенький. И Вольчик был совсем щеночком. У него был зубик один, а сейчас у него зубик оторвали. Когда у него зубик был, он вот такие мячи мог хватать. Даже больше. Я люблю своих собачек, очень люблю. Я вообще всех люблю. Бабушку, дедушку. Я не всегда слушаюсь родителей. Мама и папа и Роме разрешают немножко баловаться. Побаловался немножко и хватит. Я думаю, что я еще и ребенок. Я вообще ребенок. Я буду взрослым только 29 июля. Мне должно 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я люблю путешествовать на рыбалку. Люблю летать в разные страны на самолете. В Болгарию, в Италию. Ну, в Италию на машине немножко долго ехать. Там что, горки на самых облаках? Нет. Они вот такие, вот такого размера. Когда я вырасту, хочу водителем быть. Сначала мне надо научиться водить машину. Вот с первого начала мне надо ходить в школу. Я не совсем хочу ходить в школу. Ну, мне еще 5 лет. Это мало. Надо быть просто умным человеком, читать крестники. Я вообще читаю уже букварь. Да я вообще не делаю подарки. Ну, потому что я сам подарка все.